Здравствуйте, Сергей. Это видео про ваш переходник М42 Canon с одуванчиком Лушникова. Сейчас я его проверю в моей камере. Я запрограммировал фокусное расстояние 58 мм, диафрагму 2.0. Задержка входа в режим программирования 1 секунда. Ловушка фокуса отключена. В этом переходнике можно регулировать положение шкалы, ключик для регулировки, то есть когда вы накрутите объектив, чтобы шкала объектива была вертикально расположена так, как нужно, отпустите вот эти вот винтики с помощью ключика, повернете переходник, вернее объектив в переходнике в правильном положении и закрутите эти винтики обратно. Сейчас я упакую ваш переходничок и скажу, на новую почту отправлю. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.